Друзья, всем привет! Мне, короче, моя девушка любимая приготовила китайский суп хондаши. Это, видите, вот такой суп. Это рисовые макароны. Рисовые, да? Рисовые макароны, это водоросли, это кунжут и тут такой вот бульон рыбный, да? Рыбный бульон. Ну скажи хоть слово, я тебя не снимаю, просто скажи. Я здесь, скажи. Я здесь. Бульон рыбный. Кунжут черный. Да, вот, друзья, вот такой вот супчик. Водоросли бакаме. Водоросли бакаме, да? Да. Вот, сейчас я буду кушать. Вот, вот так выглядит, друзья. Тоже это у нас не мокбанг, а просто я вам показываю, что я ем в течение дня. Что готовит мне моя девушка. Смотрите, какая красота. Скромно так. Рыбки запекаем. Да, да, да. И знаете, вот про этот суп я вам хотел рассказать. Первый раз я его попробовал, он мне не понравился. Но мне захотелось повторить. Второй раз я его попробовал, он мне уже понравился. Вот так нормально. А третий раз прям сильно понравился. И вот я еще девушку свою попросил, чтобы она мне еще раз его приготовила. Это уже четвертый раз получается. Вот четвертый раз я уже ем этот суп хондаши. Китайский суп хондаши, друзья. Вот такая красота. Ладно, друзья, спасибо вам огромное, что посмотрели это видео. Подписывайтесь на мой канал, кто не подписан, пишите комментарии. Ну и всем счастливо, всем пока и до новых встреч, друзья. Все, увидимся. Всем пока, друзья.